Теплоэнергетик вошел в сотню лучших предприятий отрасли, сообщает пресс-служба акционерного общества «Ямалкоммунэнерго». Лабытанское ресурсоснабжающее предприятие «Теплоэнергетик» занял 22-е место в рейтинге социально-экономического проекта «Элита нации» по профилю производства пара и горячей воды, тепловой энергии котельными. Конкурс проводился на основании анализа отчетных документов за минувший год среди 700 тысяч предприятий, независимо от формы собственности, региона России, трудового стажа, размера и мощи капитала. Определение и награждение номинантов «Бизнес-элиты» в рамках всероссийского проекта производится ежегодно с присвоением соответствующего статуса сроком на один год на основании главного признака – принадлежности предприятия к социально ответственному предпринимательству. За вклад в развитие экономики, социальной политики, умелое и эффективное руководство и добросовестный труд лабытанскому ресурснику присвоен статус «Социально ответственное предприятие Российской Федерации». Кроме того, «Теплоэнергетик» номинирован на получение сертификата «Лидер экономики 2016» с вручением статуса награды «Большая золотая медаль» «Бизнес-элита России».